Бунилов Петросян. Для всех спортсменов хочется напомнить, что у нас будет также учрежден приз за лучший сабмишн. Он, правда, будет вручаться не сегодня, а по итогам того, как мы просмотрим все видеозаписи. Но он точно будет. Первый ковер, 10 секунд. Время. На ковер номер один готовится Попов Джафаров. На ковре номер один победу одержал Шкляр, да? Не руками. Вставай, пошел бороться.